Всем привет! Меня зовут Вика Заводовская. Я сегодня вам проведу тренировку по специальной физической подготовке, которая больше направлена на имитацию, координацию, баланс, равновесие. Будет зафиксировано все тело. Вам для тренировки понадобится резина вот такая, коврик, вот такой мяч и любая нестабильная платформа. Если у вас нет нестабильной платформы, можно заменить на диван, положить подушку, это то же самое. Что самое главное, эта тренировка рассчитана для любителей горных лыж, для профессионалов своего дела. Почему мы будем работать на нестабильной платформе? Так как мышцы-стабилизаторы больше разрабатываются, когда мы работаем не на обычной поверхности, а вот на такой, когда задействованы боковые, косые мышцы, передние и задние связки. Поэтому начнем тренировку с разминки. Дальше я буду говорить, сколько подходов мы делаем каждое упражнение. Всем хорошей тренировки. Поехали. Разминаемся с головы. Плечи. Тренировку я буду делать среднюю. Все свои возможности. Если вы так не можете делать, я вам буду говорить альтернативу того, чем вы можете заменить это упражнение. В другую сторону. Отлично. Стоим на одной ноге. Выпрямляем ее назад, прямую. И держим баланс. Поднимаемся наверх, ногу опять поднимаем наверх и вытягиваем обратно. Меняем ногу. Стараемся не просто вытягиваться, а замирать в этом положении, чтобы стопа немного балансировала. Лучше это делать, конечно, на боссу, если у вас она есть. Отлично. Разминаем внутреннюю поверхность бедра. В другую сторону. Супер. Другая нога. В другую сторону. Отлично. Разминаем голеностоп. Другая нога. Смотрите, возьмем любую нестабильную платформу перед собой. Делаем выбор. Вытягиваем руки вперед, наверх. Вперед. Опять наверх. В одну сторону повернулись. Другую. И назад. Отлично. Поменяли ногу. Также можно нестабильную платформу поставить назад. Вытянули руки наверх. Вперед. Наверх. В одну сторону. В другую. Назад. Наверное, почувствовали, как работают у нас боковые мышцы. Дальше смотрите, какое у нас сейчас будет упражнение. Мы берем ногу, держим ее за мысок. Наклоняемся вперед, как будто мы продавливаем язык ботинка на горных лыжах. И касаемся рукой пола до 90 градусов. Встаем обратно. Тяжело, вас будет болтать из стороны в сторону, но это самое важное. Поехали. Два подхода делаем по 10-15 раз. Ниже 90 градусов мы не садимся. Коснулись и сразу наверх. Никуда мы не торопимся. Мы
Еще опять раз. Отлично, вы меняли ногу. То же самое другой ногой. Если кто-то не занимался горными лыжами, это упражнение очень помогает для вот этих мышц. Особенно для тех, кто занимается горными лыжами, мы же в повороте начинаем продавливать голенью язык ботинка. И как раз наша память мышечная запоминает, и потом нам на лыжах будет легче поворачивать. И еще два раза. Отлично. Встряхнули ножки. И второй подход. Погнали сразу, у нас сегодня интенсивная тренировка с отдыхом, только движением. Еще 6 раз. Мы делаем. Еще 3 раза. Отлично, поменяли ножку. На второй подход должно у вас уже лучше получаться. Еще два раза. Супер, стряхнули ножки. Берем мяч. Если нет мяча, можно ногу поставить на стул, на что угодно. Смотрите, показываю. Делаем присед до 90 градусов и выпрыгиваем, поднимая ногу, которая стоит на полу. Основная нагрузка должна быть на эту ногу, которую мы отрываем. Это просто для опоры стоит. Погнали. 10-15 раз, 2 подхода. Отлично, поменяли ногу. Еще 5 раз. Супер. Можно немножко лечь на пол и вот так потрясти ножками. Мы сейчас сделаем еще один подход и разгрузимся на коврике. Погнали, второй подход. Поменяли ногу. И еще 6 раз. Супер. Мячик убираем в сторону. Берем вот такую резину. Смотрите, что делаем. Ноги у нас на весу. Резина у нас на середине стопы. Резина длинная, можно ее обернуть вокруг. Смотрите, что делаем. Опускаем ноги. Держим на весу. Тянем правой рукой, левой рукой. Поднимаемся обратно в складку.
Итак, делаем 15 раз, 15-20 раз по 2 подхода. Самое главное, ноги мы на пол не опускаем. Погнали. Подняли. Правая рука, левая. Терпим, терпим. Это упражнение также можно делать даже без резины. Еще 5 разочков. Последний раз. Отлично. Сейчас второй подход сделаем без резины. А нет, с резиной сделаем, с резиной передумала. Смотрите, можно взять такую резину, она небольшая. Мы теперь держим ноги на весу и только подтягиваем к себе руки. Смотрите, подтянули, опустили. Подтянули, опустили. Здесь работает практически все тело. Упражнение нестабильное, поэтому фиксируйте свое тело как сможете. Поехали, 20 раз. Ноги не опускаем на пол. Ноги держим прямые. Еще 10 раз. Терпим, терпим. Кому совсем тяжело, оставили ноги на весу и только подтягиваем руки. Супер. Встаем. Вам сейчас нужен будет вот такой валик или балансборд, если у вас он есть. Смотрите, начнем на нем просто стоять. Вот просто стоим, можно взять рукой стенку, если вам страшно или у вас пока не получается, немножко побалансировать на нем. У кого просто получается стоять, начинаем потихонечку приседать до 90 градусов. Оп, встали. Опять вниз сели, встали. Итак, 5 раз поделали. Еще 2. Отлично. Теперь стоя на валике, мы перебираем ножками вперед и стараемся удержаться, так сказать, на плаву, не падая. И в обратную сторону. Это очень хорошо делать, особенно на голой ноге, чтобы у вас стопа прорабатывала все ваши точки и забитости. Это также можно делать на обычной бутылке, которая закрыта. Отлично. Что сейчас делаем? Вот у нас есть нестабильная платформа. Мы делаем с вами выпады наискосок.
То есть она стоит немножко подальше от нас. Сделали выпадной скосок. Выпрыгнули наверх. Другой ногой выпадной скосок. Из низкого приседа до 90 градусов выпрыгнули наверх. Так мы делаем 10 раз по 2 подхода. Погнали. Еще раз покажу. Мы не прямой выпад делаем на нестабильную платформу, а наискосок. Поехали. И еще 5 раз. Обязательно дышим. Еще последний раз. Отлично. Стряхиваем ножками. Мы еще подход этот доделаем, чтобы немного разгрузить наше упражнение между подходом. Сделаем вот это упражнение. Вам нужно мяч. И стенка. Вы ложитесь на спину, подальше от стены, берете мяч в ноги, поднимаете таз и касаетесь стены, опускаете его обратно. Таких 15 раз, как можно быстрее. Поехали. Еще 5 раз. Супер, встаем. И делаем второй подход нестабильной платформы. Поехали. Еще чуть-чуть. Терпим. Что-то музыка выключилась. Доделаем. Еще 3 раза. Отлично. Отложили в сторону и делаем упражнение на пресс. 15 раз. Поехали. Если мяча нет, положите кто-либо в ноги, чтобы зажать их.
Отлично. Сейчас будет сложное упражнение. Пока отдохните, пока я все буду вам еще раз рассказывать. Берем опять нестабильную платформу. Еще раз повторюсь, если ее нету, это можно делать без нее или на кровати. Все, наверное, знают, что это стойкость скоростного спуска. Так горнолыжники ездят. Самое главное – угол держать 90 градусов, спина полукруглая, руки выпрямлены и соединены. Мы так будем стоять на нестабильной платформе. Мы стоим по времени 10 секунд. Я говорю волны. Мы начинаем работать. Большая амплитуда ног, не вставая. Вот. Я говорю прыжок. Мы берем и спрыгиваем на пол и стоим на полу. Потом отдыхаем. Если кто-то не понял, смотрите на меня, я все буду показывать. Поехали, запрыгиваем на платформу. Стоим. Вас шатает, это нормально. Волны, поехали. Стоим. Волны. Работаем, работаем ногами. Оп, прыжок. Спрыгиваем, стоим. Отлично. Сбросили ножки. Это работа на статику. Очень хорошо для прорабатывания всех мышц ног. И не только. Мы сделаем 3 подхода этого упражнения. Можете попить воды. Минутка, перерыв. Если у вас есть босс, ее можно перевернуть и работать с другой стороны. Поехали. Запрыгиваем. Стоим. Стоим, еще стоим. Поехали, волны. Стоим. Волны. Прыжок. Стоим. Супер, сбросили ноги. Если у вас не устали ноги, значит, вы плохо работаете, когда я говорю волны. Вот, мы прорабатываем всю амплитуду ног, не вставая. Работать вот на такой амплитуде. Поехали, 3-й подход. Доделываем этот сложный подход. Допрыгиваем. Стоим. Волны. Стоим. Волны. Стоим. Прыжок. Стоим, 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 терпим. Отлично. Сейчас сделаем небольшое упражнение с резинкой на спину. Смотрите, берем резину обычную. Ставим ее перед собой, ногу. Наклоняемся вниз до 90 градусов с прямой спиной и также выпрямляемся обратно. Как становая тяга, только с резиной. Поехали. Еще 5 раз. Thank you.
Отлично. Не меняя ногу. Эта нога также остается на резине. Беремся одной рукой. Отводим ногу назад. Эту руку вперед. И также встаем с прямой спиной. Ногу не ставим. Она всегда у нас в воздухе. Так 10 раз. Той же ногой, которую делали в тягу. Можно двумя руками взять. Отлично. Поменяли ногу, поменяли руку. То же самое начинаем делать. 15 раз тяги. Поехали. Супер. Дальше. Это же рукой, это ногой. Поехали. Еще чуть-чуть. У нас осталось пару упражнений. Под конец я вам ставила самое тяжелое, конечно. А пока доделаю вам это упражнение. Еще пару раз. Отлично. Смотрите, что мы сейчас делаем. Кладем ногу на ногу. Можно сделать со стеной рядом, чтобы можно было упереться. Но лучше, конечно, делать вот так. Садим до 90 градусов и встаем. Так, 10 раз на каждую ногу. Кому совсем тяжело, можно ногу положить куда угодно и делать вот так. Но лучше для дестабилизации делать на одной ноге и не касаясь ничего. Поехали. Еще 5 раз. Меня тоже уже шатает немножко. Супер, поменяли ногу. Поехали. И последний разочек сердцем. Отлично. Мы еще сделаем подход этого упражнения. На самом деле я очень люблю делать на боксе, но у меня хвост, к сожалению, нет. Есть такая платформа, и на ней будет вот очень тяжело делать это, но очень классно. Давайте, у кого нету, делаем 10 раз на полу, у кого есть платформа, 5 раз. Поехали, второй подход. Совсем тяжело. Поменяли ножку. Еще 4 раза. Терпим, терпим.
Отлично. Теперь мы сделаем бицепс. Я сделаю это с лыжами. Это можно делать с чем угодно. Берете в руки либо бутылку, либо два рюкзака или чемодан. И стоим, качаем бицепс. 15 раз. Поехали. Супер. Немножко встряхнули руки и второй подход. Погнали. Еще 5 раз. У нас осталось 2 упражнения. Это упражнение будет, значит, такое. Кому тяжело? Обычно девушки делают это упражнение вот так. Правая нога, левая нога. Опустились на колени. Не вставая, не поднимая тазом. Как делать лучше мужчинам и тем, кто физически подготовлен? Стоим, прыжок, обратно сели. Так делаем. 10 раз. Кто как сможет. Может, кто-то начнет с прыжка, а потом будет шагать, просто зашагивать. Самое главное – это не вставать из низкого приседа. Поехали. Вы пока делаете, я включу музыку. Еще. И зашагиваем, кому тяжело дальше. Последний раз. Супер. Ложимся на спину. Встаем крабика. Вот так. И поднимаем туловище наискосок. Правая рука, левая нога. Поехали. 15 раз. Отлично. Стряхнули ножки. И последний подход. Последнее упражнение. Дальше немного потянемся на коврике. Это мы обычно делаем горнолыжники. Прыжки из стороны в сторону. Руки стоят на полу. Ноги из одной стороны прыгают в другую. Самое главное — найти свой ритм. Выбрать свой ритм и на нем передвигаться. Делаем 20-30 секунд. Кто сколько сможет. Я скажу стоп. Поехали. Отлично. Все, могу вас всех поздравить. Сложная часть завершилась. Осталась приятная. Это растяжка. Без нее никуда. Кладем ногу вот так, как я. И начинаем тянуться. Тянем ягодичную мышцу бедра.
и заднюю поверхность бедра. И потихонечку ложимся вниз. Я надеюсь, все устали, узнали новые упражнения, будут их делать дома на карантине. Меняем ножку. Ложимся на живот. Тянем пресс. Дальше ложимся полностью на живот. Запрокидываем ногу наискосок и туловище не отрываем. Поменяли ногу. Отлично. Садимся. Выпад. Берем заднюю ногу и подтягиваем ее к себе. Поменяли ножку. Тянем ее. Переднюю поверхность бедра. Отлично. Ножки ставим вот так. И ездим вперед-назад. Перекатываемся. И замерли. Опускаемся полностью вниз. Отлично. Встаем в позу кошки. Стоим на одной ноге, качаемся на другой. И теперь смотрите, правая нога перед левой и тянется вниз. Замерли. Отлично, ногу ставим в другую перед ногой, опять тянется. Садимся на колени. И очень важно потянуть наши столбы, мышцы стабилизатора спины. Руками обхватываем голову. И медленно, начиная с кончика головы, опускаем ее вниз, чтобы все мы прочувствовали. Отлично. И второй раз. Ну все, я вам могу всем сказать спасибо за тренировку, кто со мной вместе тренировался. Тренируйтесь дома. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. С вами была Вика Заводовская.